Сегодня в городе Астане СОС детской деревни Астана проходит празднование 20-летия деревни. Дело в том, что 20 лет назад в городе Алматы открылась первая деревня семейного типа. Это была в то время той инновацией, которая в системе воспитания детей. И затем в нашей стране, в городе Астане, а затем в Темиртау появились такие деревни. Чем отличается СОС детские деревни Казахстана от других? Первое. Это то, что это воспитание в семьях, семейное воспитание. То, чему пришла вся страна, и такие государственные деревни такого же типа, да, создаются в нашей стране. Второе. Это самые передовые технологии в системе воспитания и развития детей в мире. В 135 странах мира существуют такие деревни. И Казахстан является одним из тех стран, в которых имеется такая передовая система воспитания детей. И третье – это система, которая охватывает это с малых лет до 23 лет. То есть обычно в наших детских домах воспитываются до 18 лет, и дальше они уходят в свободное плавание. У нас после 18 лет дома юношества существуют, которые получают воспитание до 23 лет. То есть в это время человек получает и образование, профессию, в это время получает жилье. Но и этим не завершается. Мы помогаем нашим детям до того, как они полностью встанут на свои ноги. То есть это и самая передовая система. С другой стороны, это система, которая комплексно и в течение своей всей жизни сопровождает наших детей, чтобы они были достойными гражданами нашей страны. Маханова Айнур Байтурсыновна. Баирова Гульсум Ахмеровна. Рахимбаева Жанна Искандеровна. Яр Мухамедова Дамира Шарифовна. Халилара Гульсия Камаловна. Амуртаева Марияш Амуртаевна.